Дай кулер. Сейчас мы будем знакомить собаку с названиями предметов. Достаем игрушку, говорим, как она называется, предъявляем собаке. Если собака заинтересовалась, в этот момент звучит кликер или маркер «да». Мишка. Мишка. Принеси мишку. Когда мы видим, что собака запомнила название, мы можем проверить ее, положив два предмета. Один предмет неинтересный для собаки, вторая игрушка, которую мы учим название. Принеси мишку. Принеси мишку. Да, умница. Ну вот, собака запомнила один предмет. Когда собака четко запомнила название первой игрушки, мишка, мы можем познакомить ее с названием второй игрушки. У меня это пуля. Пуля. Принеси пуля. Принеси пуля. Умничка моя, ты моя зайка. Принеси пуля. Да. Видим, что собака уже четко определяет, где пуля, где ключи. Просим принести собаку то одну игрушку, то вторую. Принеси мишку. Молодец, умничка. Принеси пуля. Точно так же знакомим собаку с остальными игрушками. Ну, допустим, мы добавим мяч. Собирай мишку, возьми, принеси. Брось? Да, хорошо, молодец, умница. Собирай мишку. Собирай мяч. Собирай мяч. Мяч? Да умничка моя, да, игрушка моя. Собирай пулер, пулер. Да, ты крошка. Да, ты умничка моя. Собирай пулер. Ты умничка моя. Мишку, собирай мишку. Да, ты красотуля моя. Собирай мяч. Мяч. Пойдем, пойдем. Да, хорошо. А теперь пуля. Собирай пуля. Да, ты красотуля моя.